Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Английская художница, представительница постимпрессионизма в живописи, кавалер ордена Британской империи, дама Лаура Найт. Родилась 4 августа 1877 года в небогатой семье, была младшей из трех дочерей. Я пользуюсь Википедией. В возрасте 13 лет девочка была отправлена в Париж, где начала изучать искусство. В возрасте 23 вернулась в Англию и поступила в Ноттингемскую школу художеств. В этой школе Лаура знакомится с обучавшимся там студентом Гэролдом Найтом, который специализировался на пейзажах и портретной живописи. Лаура занималась копированием работ Гэролда. Они сблизились. В 1903 году молодые люди вступили в брак, в котором имели двух детей. В 1907 году Найт переезжает в Ньюлин, где становится членом местных колоний художников Ньюлинская школа. Здесь они также знакомятся с известным магом и оккультистом Алистером Кроули. В Ньюлине наиболее полно раскрывается художественное дарование Найт как мастера импрессионистов. В 1913 году она пишет автопортрет «Обнаженный», на котором изображает себя Жан Реню. Эта работа считается эпохальной в творчестве. Она ныне хранится в Лондонской национальной портретной галерее. После окончания Первой мировой войны Найт переезжает в Лондон. В Лондоне Лаура специализируется на портретах актеров цирка, театра, балета, танцовщиц, в том числе из русского балета Дягилева, а также сцены с цыганской жизни. Она была серебряным призером творческих конкурсов на Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме. В 1929 году художница возведена во дворянство. В 1936 Лаура Найт стала первой женщиной, принятой в действительные члены Королевской академии искусств. В годы Второй мировой войны получила официальный пост военного художника, работала преимущественно в Англии, создавая по заказу портреты бойцов, гражданской обороны, работницу конвейера на оружейных заводах и тому подобное. Художница работала вплоть до середины 1950-х годов и была в течение всего своего творчества приверженной реалистическому стилю в искусстве. Создала более 250 полотен, написала две автобиографии. Умерла 7 июля 1970 года в возрасте 92 лет. Вот так вкратце из Википедии о английской художнице, представительнице постимпрессионизма в живописи, кавалере ордена Британской империи, дама Лаура Найт, урожденная Лаура Джонс. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.